beautiful. Всем привет, дорогие друзья, с вами Саша, и сегодня я покажу вам топ-5 офлайн игр для Android. Итак, на 5-м месте у нас расположилась игра под названием Rider. Это очень увлекательная игра, аркада, из всем, наверное, известных разработчиков Ketchup. Вот, в принципе, ребят... игра неплохая, также весит не очень много. Что там еще бы сказать про нее? В принципе, неплохая, в общем-то, игра. Неплохая убивалка времени, а также для бюджетных телефонов как раз потянет, даже на слабом телефоне. Сейчас, наверное, кто-нибудь будет писать в комментах, почему ты ее именно на самое последнее место расположил. Ребят, ну, потому что, как бы, есть и покруче игры. Хотя, смотря для кого, как. Но у меня вот она расположилась вот так. Но также, конечно же, это лично мое мнение. У кого-то по-разному, у всех, в общем-то. Так что, ребят, не обижайтесь, но это реально, это чисто мое мнение. Вот. Также у нас тут есть более 50 видов транспорта, начиная от... начиная от мотоциклов и заканчивая мощными красивыми машинами и мотоциклами. Также можно менять темы, получать бонус за миссию. И тут же есть, как бы, присутствует рейтинг, также ежедневная награда. Но мы переходим к 4-му месту нашего топа. На 4-м месте у нас расположилась игра под названием Crazy Rush. Тоже неплохая убивалка времени. Довольно очень интересная, с продвинутым интерфейсом. Но довольно очень, в принципе, под начало игроку покажется то, что она легкая, все такое, но это только начало. Ведь вас ожидает еще куча других уровней. Также, ребят, напишите в комментах, если вы, конечно же, скачали эту игру, на каком уровне вы. И я на 11-м левеле, который еще не могу все до сих пор пройти. В принципе, эта игра очень хорошая. Как бы у меня уже все друзья в школе в нее играют. Почти все подсели на нее. Но скажу сразу же то, что... если будет кто-то искать в Google Play, то ее вы просто-напросто не найдете. Нужно писать в Яндексе, а писать вот что. Прыгать там по грузовикам, короче, ну и так далее. Вот. И как бы, вот, ну, конечно же, есть она, я бы ее поставил на первое место бы даже, ну, на второе. Но она у нас... так пошло, что она расположилась на 4-м месте. В принципе, ребят, серьезно, она вообще неплохая. Но мы должны переходить к 3-му месту. Так что наслаждаемся еще раз этой игрой.
Ну, еще раз. В принципе, ребят, мне она очень понравилась. Ставь, пишите в комментариях, кто хочет, чтобы я снял про нее обзорчик. И вообще, кто хочет, чтобы я вообще снял про нее игру. Также пишите в комментариях, продолжать ли мне как бы топы снимать. Как бы если да, то, конечно же, я продолжу. Ну а если нет, то мы прекратим и будем просто снимать игры. Ну а мы переходим к четвертому месту. Место. На третьем месте у нас расположилась игра Helix Jump. Это увлекательная экшен-игра, где вы будете играть за шар с краской, и вы должны долететь до самого конца, и тогда вы перейдете и тогда вы его перейдете уровень. Также вам нужно остерегаться красных платформ, на которых вы можете сгореть или же лопнуть. В принципе, тоже неплохая убивалка времени. С каждым уровнем у вас будет становиться игра все сложнее и сложнее. И вам надо будет преодолеть все препятствия. Так что, ребят, для тех, у кого есть свободное время, но он не знает, куда его потратить, советую вам поиграть в Helix Jump. Ну, а мы переходим к второму месту. Но сначала пройдем третий уровень. В принципе, ребят, ну вот поначалу и вправду кажется то, что, ну блин, чё тут сложно? Каждый, наверное, кто-нибудь сейчас, наверное, сказал по-любому, ну блин, чё тут сложно вот? Просто прыгаешь и прыгаешь. Но на самом деле не все так просто. Ведь и вправду игра очень, скажем так, позитивная, хорошая и очень быстро тратится ваше время. Я вот примерно, к примеру, когда у меня был выходной, я в общем такой, не знаю, что делать, зашел в интернет, в общем, было очень там в интернете также нечего было делать, и я в общем-то нашел вот такую игру, и в общем-то для меня 2 часа прошло как-то, скажем так, почти незаметно, что ли. Кстати, еще я хочу вам рассказать, что в этой игре прошло обновление на интерфейс, в общем-то, и окрашивание. С каждым уровнем у вас будет меняться цвет вашего шарика, а также платформы. Так что, ребят, советую всем поиграть в эту игру, потому что она реально очень интересная. Но мы переходим ко второму месту. На втором месте у нас расположилась игра под названием Sling Drift. Это игра про дрифт с видом сверху, где вам нужно вписываться в поворот. Также, можно сказать, тоже очень хорошая убивалка времени, но к тому же не очень легкая, скажем так. Также у вас тут доступна покупка новых авто.
уровней также у вас будут меняться карты. Также будет очень, скажу так, сложно. Потому что с каждым поворотом следующий будет поворот. Становится очень сложным. Как бы, ну, тут иногда можно, конечно же, и естественно, протупить. Как же без этого? Ну, вот. Ну и как бы доступна настройка игры под себя, в общем, ну, не под себя там. Самое, скажем так, основное. В общем, миссии и покупка авто. Сейчас я вам их покажу. И потом мы перейдем к первому нашему месту. Ну вот, в принципе, так-то вот они все и машинки. Тут также, ребят, присутствует Формула 1. Ну и очень много игр. Также есть VIP-машины. И машины, которые можно открыть только за рекламу. Ну, а это было у нас второе место, и мы переходим к первому месту. Поехали! На первом месте, ребята, у нас расположилась игра под названием Stickman Back Flip Killer 5. Недавно только буквально выпустилась. Мини-мод пока недоступен. И мы можем поиграть только в Compagin Games. И все. И больше как бы... больше ничего. Так. В общем, у нас присутствует туториал, паркур и киллер. Советую сразу же, когда вы туториал немного пройдете, сразу же перейти на киллер, так как больше зарабатываешь денег. Вот, ну и как бы и т.д. и т.п. Но мы, ребят, с вами пройдем, наверное, одну серию, попробуем. Как бы мне эта игра вообще зашла, особенно. Также и четвертая часть. Ну, вы, в общем-то, как бы слышали. Сейчас немного убавим звучок. Вот, все. Надеюсь, вы меня слышите. Так. Ребят, чисто отпустим. Типа, знаете... Бля, ребят, его надо как-то затащить вот туда. Но как это сделать, я не знаю. Я быстрее себе так сказал. Слушайте, может, его надо как-то зацепить, что ли? Да, ребят, ни хрена не получается, но это очень довольно сложненько. На самом деле. Ах ты сволочь. Ребят, он меня, короче, в мусорку чисто засунул. Давайте немного поиграем, в общем-то, хотя у нас и топчик идет. Но мы пока поиграем. Скорее всего, в сериях я сниму вот эту именно игру. Как бы прохождение, и мы ее будем проходить. Да блин! Ну блин, ребят, как пройти, а? Как пройти? Ребят, если кто-то ее скачал, то обязательно скажите. И кто-то, если этот уровень прошел, киллер 007, вроде бы, то, пожалуйста, скажите, как. Да блин, почему я в мусорку падаю? Короче, ребят, он меня тупо надоел. Пошел в мусорку. Это Саня Драген. Ну, на него залез, короче, да и все. Как, ребят?
В общем, такая РП ситуация. Тут гопники, нам надо его остановить. Окей. Согласен. Ля-ля-ля-ля. Хоть пошёл вон. Такие отпускаем. Пока. Он реально гопник, ребят. Хоп. Так, я бы хоть тоже. Блин, ребят, я не знаю, как пройти, в общем-то, эту игру. А точнее, вот этот уровень. Может, он как-то так? Блин, слушайте, ребят, у меня ведь получилось залететь, так? Ребят, у меня есть идейки. А, вот, понял. Смотрите. Не получится, не получится. Блин. Нам надо на полный. Вот. Вот так. Пошли. Да, я, короче, с собой баг забрал. Как же убить, ребят? Последний раз и все. Как же грохнуть, как же грохнуть. Куить. Как же ты меня бесишь. Последний раз, ребят, последний раз. А то мы как-то уже немного заигрались. Ну и я вам покажу другие режимы. Блин. Так. Давайте, в общем, последний раз. Не получится, не получится. И срать, короче, тогда на него. Слушайте, я, конечно, обещал... Это, но давайте попробуем вот посмотреть. Идет ли замедление? Нет. Может, его вытянуть тут? Еще раз последний, ребят, честное слово. Блин. Серия получится. Блин, нет. Бачок. Ладно, ребят, давайте покажу вам другие. Паркур еще, наверное, немного попроходим. Мне больше нравится киллер. Компаген. Так, давайте туториал 09 пройдем. То есть одну, вот один уровень, один туториал. Загрузка. В смысле? Господи. Да. Да, ну почему? Самый один вопрос. Почему? А. Надо было собрать. Ребят, я провалил задание. Была не была. Саша Драгин. Да дебил. Ой, дебил. Он дебил. Тупой ты, башмак. Да. Я тебе сказал. Да у него жопа, ребят, жирная. Последний раз. У него жопа жирная. Отрастил там в жопу. Ой, ребят, бесит меня. В общем, ребят, мозги там потратить, как бы. Попортить свои мозгочки можно. Дайте. Ну, в общем, в принципе, так-то все. Ребят, пишите в комментариях. Кому понравился топы, и хотите ли вы, чтобы я продолжал снимать топы, то есть если напишите в комментариях то, что слово «хочу», вот именно под этим видео, и как бы я пойму то, что вы хотите. И как бы если нас соберется
человек, ну давайте самый наименьший человек, 10, ну хотя бы 7-10 комментариев, то я вылаживаю сразу же новое видео. Я, конечно же, все понимаю, у меня хоть и 7 подписчиков, но давайте тогда наберем 7, ну 7 подписчиков, о, 7 комментариев. 7-10 комментариев, и все. Ну а с вами был, как всегда, Саша. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!